лунная соната нашего клиента отправится в Челябинск. Только что из Кореи, друзья, для нашего клиента Юрия к нам приехала, к нам доехала Hyundai Sonata. Седан бизнес-класса, ну, аналог Camry фактически. Это 2019 год выпуска у нас, друзья, 35 тысяч километров пробег. Это восьмое поколение, сейчас самое актуальное для Sonata. Очень красивый кузов. Версия у нас, друзья, на переднем приводе с мотором 1,6 литра на классическом автомате. И передний привод. Выдает этот мотор у нас, друзья, с вами 190 лошадиных сил. Большой автомобиль. Примерно плюс-минус таких же размеров, как Camry, на самом деле. Очень красивый кузов. Интересное решение применено здесь в области передней оптики. Посмотрите, дневные ходовые огни уходят на капот и продолжаются вот до этой линии. Дальше идет хромированные элементы. Решетка радиатора из темного хрома. Конечно, дорожный просвет здесь очень маленький, друзья. Очень маленький. Нужно ездить по дорогам. Еще пользование на таком автомобиле максимально аккуратно. Порядка 130 миллиметров дорожный просвет. По резине здесь, конечно, низкопрофильная резина. Диски на 18. 235, 45 на 18. Резина Pirelli. Люка у нас нет. А так в остальном полный фарш. Это и подогрев передних, задних сидений, камеры 360, подогрев рулевого колеса. Плавничок, небольшой спойлер здесь. Идем дальше, здесь тоже спойлер. Задняя часть, посмотрите, тоже очень красивая. Единая полоса стоп-сигнала, который вот здесь уходит на крышку багажника сверху. Очень красиво. Так, посмотрим, что у нас по днищу автомобиля. И теперь, наверное, друзья, мы с вами посмотрим на салон автомобиля. Парктроники по периметру кузова. И вот здесь очень красиво камера спряталась. Ну и стоп, вот эта линия, конечно, стоп-сигнала очень красивая. Изящный автомобиль во всех смыслах. Рычаг бензобака. Открываем дверь. Дверь большая, массивная. Здесь у нас есть сеточка. Есть управление подогревом. Две степени у него. Мягкий пластик здесь у нас. Ручка отделана под хром. Здесь кожа. Также у нас кожный салон. Сейчас сиденье отрегулировано под меня. Давайте попробуем сесть. Места достаточно. Удобно. Светлый потолок. Немножко мне здесь не хватило темного потолка, скажу вам честно. Хотелось бы, конечно, потолок в темном исполнении. Есть крючочки. Индивидуальных светильников ничего у вас такого нет. Есть воздуховоды для задних пассажиров и управление, и возможность подзарядки от USB. Включили подогрев и поехали. Как всегда, здесь у нас подлокотник-подстаканник. И здесь у нас есть возможность заглянуть в багажник и увидеть какие-то ништяки. Ну, это сделано для перевозки там, для досок, чтобы вы доски на дачу возили. Только для этого. Здесь также у нас, друзья, премиальная музыка Bose. Об этом гордо написано везде, где только можно. Пожалуйста, вот здесь. Вот здесь. Электрорегулировки сидений. Абсолютно плохая вещь, которая портит оплетку руля. Ну вот, корейцы странные люди.
Руль, соответственно, кожаный, подогрев по всему ободу. Приборка уже новая, как в новых палисадах. Мультимедиа аналогично. Климат-контроль такой у нас, с возможностью чистого воздуха, с возможностью ионизации. Здесь все, в принципе, интуитивно понятно. Подогрев руля, подогрев сидений, вентиляция сидений. Возможность беспроводной зарядки для вашего телефона, USB-вход в количестве двух штук. Здесь у нас управление селектором. Все по кнопочкам. Парктроники, автохолд. У нас автомобиль в режиме парковки может выезжать вперед-назад. И также давайте посмотрим, что по картинке. Вот такая у нас картинка, друзья. Режимы езды, соответственно, их тут тоже предусмотрен набор. Спорт, эко, смарт, кастом и комфорт. Давайте теперь посмотрим багажник. Багажник не на электроприводе, поэтому он просто только чуть-чуть открывается. Ну, а дальше самообслуживание. А нет, обманул. Надо было, наверное, в прошлый раз мне тоже дольше подержать, чтобы он вот так открылся. Здесь у нас всякого барахла. От корейца осталось. Это и накидка на торпедо. И, соответственно, эти подголовники, коврики, педаль, какие-то лампочки. Здесь что-то еще лежит у нас. А, здесь знак аварийной остановки. Ну, багажник, обратите внимание, очень большой. По-моему, в Крауне, допустим, или даже в Камри меньше. Подкапотное пространство. Спасибо за газовые упоры Hyundai. Турбомотор 1,6 литра. Классический автомат, друзья. Передний привод. Вот так выглядит. И в концовке, друзья, конечно же, мы поговорим о ценах. Цены всех интересуют. Такую Hyundai Sonata вы можете рассматривать от 2,5 миллионов рублей с учетом всех расходов до Владивостока. Друзья, также я вам напоминаю, что мы занимаемся автомобилями из Японии, из Кореи, из Китая. Привозим автомобили как с правым, так и с левым рулем. Пишите, мы просчитаем стоимость любого автомобиля. Все возможные автомобили мы можем для вас привозить. Пишите, обращайтесь, сделаем все в лучшем виде.